и пошли. Были на катере, на лодке, сюда. Автобус поехал через мост. Вот там сейчас стоит, он ожидает. И садимся в автобус и едем. Еще там дальше куча храмов. В долину Цариц. Это два статуи, которые справа, это обнаружили 8 лет назад. Это статуя фараон Таусер. Они были здесь под землей ниже. А следующий храм справа, это храм фараон Рамсеса II. Там раньше была самая большая статуя в Египте. Высота статуи была 40 метров, а статуя весит около 1000 тонн. То во время землетрясения статуя разрушилась, а сейчас голова там. Обратите внимание налево, там много отверстий в горах. Эти отверстия называются гробница знатных министров, которые провели маленькое время между каждого фараона, и там происходит изображение, рассказывает про личную жизнь этих всех знатных, как они выглядят, как они оденут, и они изображали на стенах гробница. И история мертвых, а изображали обычную жизнь, фрукты, продукты, вот эти все гробницы отличаются от долины фараона и долины жен фараона. Значит, раньше хранили фараон отдельно, жен фараон отдельно и... Yeah.
Ребенок из кастрюли. Хотели сохранить свою историю, но рабочие долго не жили, как фараон, ни богатый, и там никаких рисунок нет. А посередине там есть гранитный вход, видно? Это гробница архитектора. А там тебе комната гранитная. Это для жертвоприношения.